чтобы узнать баланс по карте? Нет, соедините с оператором сразу. Я не только называю баланс. Соедините с могу оператором. Могу рассказать о последних операциях, подскажу ближайший офис, помогу заблокировать карту или подключить СМС-банк и сделать многое другое. Спросите, и я постараюсь помочь. Соедините с оператором. Сейчас много звонков, возможно, оператора придется подождать. Какой у вас вопрос? Соедините с оператором. Соединяю вас со специалистом. Мы записываем разговоры с клиентами, чтобы сделать обслуживание еще лучше. Алло. Лилия, здравствуйте. Добрый день, это Василий звонит. Я хотел уточнить, вот я сейчас пытаюсь оплатить Яндекс.Еду через вот этот GPay и с телефона, и у меня не проходит что-то платеж, ну вот несколько раз уже, раза три. Вот можете подсказать, вот что я не так делаю, что мне нужно сделать? Вроде там деньги есть на счете. Что вы там видите? Что вы порекомендуете мне? Google Temporary Hold сайт называется. А там никакого, просто сейчас приходит сообщение, что платеж не прошел вот в приложении Яндекс.Еда. А на 796 рублей пытались оплатить? Не, подождите, там там я три раза пытался по 250 с чем-то. Вот, ну в сумме, наверное, да, три раза получилось там на 700 что-то. Нет, здесь две именно операции по 796 рублей. 796, нет, подождите, там заказ на 500 с чем-то рублей, вот, а со скидкой 250, я просто сейчас не могу, сейчас, может, я посмотрю приложение, сейчас, одну секунду, вы меня слышите, да, сейчас я просто прям в приложении. Да, я вас слышу. Сейчас я прям в приложении посмотрю. Так, повторить заказ. Вот при вас сейчас прям вот его заказываю. Так, повторим заказ. Вот сам 553, вот я сейчас еще промокод еще раз буду вводить. Там никаких 786 рублей нету. Так, сейчас промокод. Ну, сейчас мне просто нужно промокод ввести. Еще заново вам придется подождать полминутки. Сейчас тут руками его нужно вводить. То есть, может быть, он прибавляет, что ли, этот промокод. Вместо того, чтобы читать. Сейчас я ничего не понимаю. А почему заблокирован? Даже если на 786, но что-то я не понимаю. Ну, по этому вопросу я могу соединить только со специалистом. Вы готовы ждать? Подождите. Сейчас я еще введу еще раз промокод. Сейчас, одну секундочку. Давайте, сейчас. Я жду, не более 2 минут. Хорошо, да, конечно. Так, сейчас. Такс. Так, вот применил промокод, был заказ 553, с скидкой должен быть 253. Поняла. Так, вот плачу GPay здесь, вот значок черный. Вот черный значок, вот он сейчас нажал на него, крутится. Вот, выбираю, соответственно, свой аккаунт Google, там одна только у меня карта. Вот, тут, сейчас вот я прям вот еще раз хожу. Так, тут, так, окей, MasterCard, продолжить. Вот, он пишет, секундочку, идет оплата. Вот, оплата не прошла, проверьте способ оплаты, попробуйте повторить заказ. Поняла вас. Ну, сейчас трубку не кладите, я вас соединю с полномочным специалистом по этому вопросу. Ну, спасибо. До свидания. До свидания. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Оператор ответит вам.
Здравствуйте. Добрый Василий день. Владимирович. Да, я сейчас пытаюсь оплатить Яндекс.Еду через Google Pay, и мне выдают сообщение: оплата не прошла, проверьте способ оплаты, попробуйте повторить заказ. Ну, вот уже четвертый раз пытаюсь. Скажите, что мне Я сейчас сделать? проверю, запросы в банк поступали или нет. Ждайте, пожалуйста, на линии карты. Какая последняя цифра, по которой проводите операцию? Так, сейчас я скажу последние его цифры. 75-92, и там Я должно быть поняла. на 253 рубля. Вот не Я предыдущая. поняла, спасибо. Ожидайте проверять до 5 минут, пожалуйста. Да. Я проверила информацию. Со стороны банка ограничений нет, запросы никакие не приезжали. Не поступали, прошу прощения. Не поступали платежи? Нет, с этой организации нет, запросов никаких не было. Так, а почему предыдущий оператор мне говорил, что два запроса на 786 рублей? Где эта информация? Ну, Специалисты? предыдущий специалист, когда я его Ну, я не спросил. могу, к сожалению, комментировать действия специалистов. Угу. Я сейчас вижу вашу карту, проверяю. Хорошо, а можете тогда это самое Нет, прослушать запись и сказать, зачем мне предыдущий ваш специалист, которого переключили, вводил в заблуждение тогда? у нас такой функции нет прослушивания.
Ну вот, передайте на руководство, что... Ну, я уже 10 минут пытаюсь понять, и... То есть вы даже не видите платежи, да, мои? Вообще ни одного. Запросов не поступало. Сейчас, секунду. Ну вот прямо вот сейчас вот еще раз плачу. Я вас понимаю, Василий Владимирович. Я проверю информацию сейчас. Запросы в банк не поступали на проведение операции. Угу. Хорошо, спасибо саму большое. Карту. Карта ваша активна, а с картой все в порядке. Ни одного запроса с этой организации в банк не было направлено. Я не могу сказать, где она увидела эту сумму. Хорошо, спасибо, до свидания. Сейчас, секунду, подождите. А вы проводите на какую сумму, вы сказали? На 256, на 200, 253. Да? А, 253? Да. А вот эти 796, кто проводит? Я не знаю, кто проводит. Это не вы пытались? Но не отклоненные операции? Нет. А в Сбербанке я могу онлайн, да, это увидеть? Они не будут отображаться при банковой. Но у вас получается на 253 ровно. Да, 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 253 рубля ровно, да. А другой карты у вас нет в Сбербанке? Только эта карта? Только эта карта, да. Попробуйте в этом... В Сбербанке онлайн есть карта такая, называется цифровая карта Digital. Ну, у меня... Которую можно в Сбербанк онлайн открыть ее, и не надо пластик офисе банка получать. Попробуйте на нее перевести деньги между своими счетами и ту карту указать для оплаты. Попробуйте еще так сделать. Но моя текущая карта, она к GPay может работать? Там, ну, какая? Вот эта карта, которая... 7592, да. Да, работает. Да, да, она активна, с ней все в порядке. Хорошо, ладно, спасибо большое, до свидания. До свидания, всего доброго. Добрый день, это Василий Феофанов звонит. Вот я уже 4 раза пытаюсь заказ отправить, и оплата не проходит. В банке говорят, что не видят от вас никаких платежей.